Ребята, всем привет! Сегодня приехали порыбачить вот такое вот красивое озеро. Это у нас торфоболото заброшенное. Вот так вот тут срывали торф. Правда, торф тут он только сверху. Наверное, поэтому и забросили. По идее, тут должны быть караси. Сейчас будем пробовать ловить. Тут вот у нас какой-то вертолет летает, кружится без конца. Вон там вдали. Сейчас на какой же, на пятый круг, наверное, заходит. Вон он не летит, на камеру не фокусирует. Все, в общем, сейчас раскладываемся, пробуем что-нибудь поймать здесь. Так, сначала попробуем на червячка. Сейчас тут рядом с бережком. Так, сейчас еще донку забросим. Пусть, по-моему. Реально сидит, он, смотри, карасик есть. О, ребята, на доночку. Первый карасик сегодня. Вот такой вот. Первый наш карась на донку. О, блин, у нас тут берега пологие, не спустишься. Сейчас вот такой вот вообще прикол. Ведро, блин, на леске. Будем сейчас опускать воду и черпать оттуда. Вообще, блин, жесть. Вот такая вот у меня система. Вот он, моток лески, блин. Вот оно, ведро. Ну что, поехали. Опа, вроде не порвалось. Вот такая вот, блин, система. Вот она, леска привязана. И так вот мы набирали воду сейчас. Так, забрасываем донку. Вот так вот. Так, ребята, что-то у нас он, по-моему, донка опять шевелится. Сейчас посмотрим, что там. Не, на этот раз, по-моему, пусто. Между прочим, червяк сожрет только три опарика. Так, посмотрим донку. Опа. Там такая канавка, как 2 метра в длину. Потом фотку покажу, может. Рыба есть, да? Да, там поклевывают. Сидит, что ли? Да, он карасик есть. Опа, второй за сегодня. Вот он, вот такой вот. Что, нормально? На донку клюет он. Ну, что ты? Ну, вот, червяк смотри, и этот. Помнишь? Пара. Страшно, они уже сегодня, а не завтра. 13-й. Сегодня, завтра. О, донку клюет. Ну-ка.
шевельнулось что-то. Так, ну-ка, ну-ка. Карась. Сейчас посмотрим, что там. Нужен бутерброд вообще поставить. Как Потапов сказал, просто бутерброд, этот плавок. Все, что можно. Да, что-то есть, по-моему. Ой, нет, пусто. Пусто. Обманкали. Ну, съели. Опять, ребятки, у нас донка зашевелилась что-то. Сейчас, ух ты, ничего себе. Это уже серьезно. Так. О, есть. Что там было, по-моему? Ага. Ух ты, прытки какой, а! О! Такой же, вот он. Это уже третий у нас получается. Да, на дальнем пушке будет. На червякалю. Так, забрасываем. Ну, ребята, снимать сейчас не стал. Четвертый попался уже на спиннинг. Вон бутерброд, опарыш и червь. Что-то у нас донка подозрительно молчит. Надо бы ее проверить. О, что-то, по-моему, опять сидит. Не, пусто. Странно. Ну, а червяка, червяка чуть пообъели. Да, там дождь идет. Далеко еще. Далеко еще. Там, да. Так, опять донка шевелится. Вон колокольчик опять зашевелился, ребята.
опять пусто. Срыва, что ли. Так. Да, червя содрали. А там вот у нас пошел дождь по ходу дела. Вон она туча. Так, была только что поклевка на донку. Так. О, что-то есть походу. А не, блин, сошел гад. Была поклевочка. Что-то у нас донка притихла. Надо бы посмотреть, может еще сидит на ней. Ощущение, что что-то сидит. Так оно и есть. Сидит. Опа, вот он, карасяндрик. Тоже, да, наверное, уже пятый будет. А даже не клевал. Очень странно. Ну да. Ну, на удочку тоже он клюет же. Гуйк. Все, ребят, сейчас последний раз проверяем донку, да уже будем собираться. Что-то уже похолодало и клев спал. Так, смотрим. О. Нет, пусто все, ничего нету. А червяка он как-то он не сожрали, но стянули. Ну что, ребятки, буду я с вами уже прощаться. Это уже совсем потемнело. Такие вот у нас уже тучи. Завтра у нас по прогнозу дожди. Вон там, кстати, этот дождь туда ушел, там он идет. Чайки вон летают. Сегодня мы поймали в основном на донку вот 6 карасей вот таких вот. И 2 на удочку попались. Вон на ведре плещутся. Ну, что-то за 4 часа это, конечно, не очень. Но озеро рабочее, рыба тут есть. Тут он надо с утра ловить где-то с 3 до 7. Сейчас, блин, колотунишь такой, что даже не знаю. Но тут было много рыбаков. Вон там вот места хорошие тоже сидели. Вот мы, наверное, последние остались. Сейчас уже тоже домой поедем. Там, кстати, тоже опять дождь идет. Так что можно считать, что сегодня рыбалка удалась. Вон какая сейчас вода спокойная. Вообще, я только сиди да лови. А ну все. Думаю, мы сюда еще вернемся. Так что до следующих серий. Скоро увидимся.